Всем привет, с вами я, Лида, и сегодня будем играть в игру Герой Меча и Магии 5. Какая-то новая версия, часть, я не знаю, это сам. Что это такое? Ни разу не умею. Хоть я помню, прошел все. Я хотел, конечно, записать все части, но думаю, не знаю, может буду записывать, посмотрим. Что здесь такое интересное? Мой верный ученик, твой отец был горд увидеть твои сегодня. Маги, самый бессмертный благодаря воинам. У тебя есть все, чтобы исполнить твои предназначения. Бля, он на английском говорит. Я послал тебя вольный город Сундхельм для встречи с волшебником по имени Менелак. У нас с ним есть некоторые общие интересы. На данный момент он ищет проблемы, которые называются череп теней. К сожалению, он не сильно подвигается к своим поискам. Ебать, у них глаза. Блин, я не успеваю. Не успеваю вообще. Так, однако, мой маленький... Так, какая я буду в кафе? Я должен защищать этого мальчика? Одного путешествия проще, чем двоим, Сарет. Сарет. Кстати, меня зовут Ксана. Ой, чё за подлаги пошли? О, всё. Чё это такое? Что мне вообще? Мать. Уберем этих тварей. Ах, ты ж трус. Охоу. Ой, я забыл. Я забыл то, что... Блин, как-то... Ой, конь какой-то другой, все другое. Че же... анимация. Ну да. Суки, а? Ну покажи. Ну а я хоть пятерку бей. Пойдем. 7, ну давай 7. Я думаю, ты меня не попадешь. Воу. Мы сейчас у нас там магии. Воу. Че-то не будет так долго длиться. Нельзя за своему лучнику, да? Вот, ах ты ж, Санина. Сейчас мы устроим. Ура! Победили! Неужели? Тихо, ну, хотя они такие же большие. О, меньше. Давайте маны. Я знаю, что здесь бывало. Это будет уже легче. Тут ближники. И такие же сильные. Thank you.
ПВП то. Ну, покажи ему, где... Молодец, а ну следующий давай, кочерёшка. Во. Вот чуть не ударил. Добей его. А ты расстреляй. Давай. Всё. Так, ну так. 34 героя можно... Так, это навыки. Основные лидерства, что там. Навык, который вылечит боевой дух всех существ в армии героя на 1 единицу. Давайте это пошу. Что такое? Ходит толп. Что? Здесь игрок есть такой, ну давай. Хоть с кем-то посражаюсь нормально. Ух ты же 50 опыта. Нехило. Ну, а это... это зомби. Фу, блин, нежить. Тихо. Ай, давай, попробуем его, может, победим их. Фух, неплохо не пера. Ох, неплохо не пера, сейчас такая же. Попал. Сейчас вам покажем. Вампир самый жестокий из них, сейчас мы должны его убрать. Потом уберем этого скелета. Потом будем... Самый сильный, вот этот, ну не сильный такой, а такой... Бесь, который был, это... Ах ты ж тварь. Вот это да. Потому что у него есть... Убей его уже. Давайте, покажите мне райские силы. А ну, Альянс победит. За империю японов будем. А ну, рви его по куски. Типа, так если бы щитом удал, там минус 5 хп, и еще. Ничего, заехать. Добейте уже. Да. Мы потеряли, я понял. А, вот этого одного. И все. Да, все. Опа. Давайте возьмем. Опять драк. Драки это драки. Пиво. Что нет, это там свой, там свой. Блин. Я забываю про это. Ну, сейчас я вам успею брать. Ну. А бух. Ух, ё. Страшно, упадешь. Во. Не будет тебе больше мешать. Конечно, лучники тебя будут гасить моего лучника. Меня бесить.
Все, хорошо, хотя ладно, не буду. Мана еще понадобится. Ну, сейчас мы их завалим. А вот это проблемка, да? Хотя не. Покажи ему. К5 хп. Изи. Пью. Пью. Ну, по защите постой. Пока мы всех добьем. Чё это? Эпично завалил. Так, разведка. А что это назвал? Да блин. Рыцари получают особый боевой навык, влияет один из своих отрядов до конца сражения на 7 уровня с ассистентом, атакующий военный отряд. Ну давайте возьмем. Еще буду ложить. Ксан. Ну сайт, вот он, свободный Грот Хунтерс. Прекрасный день магии. Достальный кристалл, и мы сожжем. Мы сможем продолжить наш путь. Некроманы, Вингенчику не говорили о них. А как мне его победить? О, чё? Воу. Воу. Будет не так уж и просто. Покажи ему. Сейчас мы ему строим радостное наслаждение. Потом хоть моя запись записывается. Ой, да. Записывается. О, что он делает? Ты что такое? Ты смотришь такой? Ты... Нет. Нет, ты не хотел. Походу прокатил даже. А, не попал 13. Ну, хоть. Сейчас я хочу. Тебе будем драться с этими. Теперь кинем у них огненный шар. А так. О. Шашлычок. А это как то еще? На. Лучше как набить это вообще слитым беспалевым. Сейчас мы покажем, сейчас мы у нас... На! 1 кп! Сука! Нечестно. Вообще нечестно. А ну покажи его. Что? Все, понял, что тут сумма сделает. Чего я думал, о чем пошел сам. Блин, комментарий в этой игре вообще не знаю. Просто хоть сидеть и играть. Просто тихо, хоть сидеть и играть. Блоу 0-1.
Как это? Ну, давай. Один. Слабая армия у меня, да, слабая. Очень слабая армия. Чё? Будем магиями его лупить. А ну, ну давай. Хаша магай! Нагревший. Не власть игру, это 1-1. Хоть я уже почти его все добил. 3-1. Все. Изи, 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 пизи. Правильно. Давай тогда. Хорошо. Ой, какая песенка пошла. Как знаете, даже и тихая, и спокойная. Даже не хочется уже больше ничего делать. А, здесь нельзя ничего строить. Ну, это хоть мало. Все, у меня заклинание сейчас изучено будет. Что это такое? Набежаем. Да нет. Здесь, походу, нанимать ничего нельзя, ничего делать нельзя, я так понимаю. Кто-то остался? Голубой. Пошёл, сука. Лучше я так сделаю, сейчас походу меня нападут. Ну как я отгадал? Ну чё, все брат, сюда один, сюда один. Ну чё это здесь стоит? Класс, там так стреляет, это же страшно. А это так, вот. Сейчас мы им покажем. На. Ох ты шляпа. А где моя куча огненных стрел? Стена огненных. Тёгнуть шар, что ли, использовать. Фифа, так слабо. Здесь поставлю огнище. Пласть не так попадали. Здесь тут должны... Пум! А, 4. Надо убить этого дальняка, а то он мне будет гасить и гасить.
Ну нафиг, позад. Сейчас будешь за кухью. А тоже так могу, хотя я посмотрю, как это пошарить. Больно. Что он такое сделал? Я ему сейчас устрою. Вот сейчас я ему... Что? Удачи пропал. Вот собака. Сейчас я ему устрою. Вот только не смей лучник. Никак трогать. А, мана кончилась. Да, нехило на меня напали. Блин, не напал. А, ну да, ко мне давай. Ну, походу я проиграю. Пиво. И все. О, красавчик. А, промах. Она моему лучнику. Блин. Блин.
Сейчас мы его устроим, сейчас мы его устроим. Походу же, может, я выиграю. Может быть, я не выиграю. Точно, но может быть. Покажу ему. Молодец. О, еще и бежит. Офигеть, а только что все налаживается, значит, она ему все устроила. Надо начинать уже бить. Хотя... Да, надо бить это. На. Убей его. На, ё-моё! Сука, блин, у них войск в два раза сильнее, чем у меня. И на него за два псали. Давай, ну как я? Давай, ударил. Молодец, всё ударил. Сейчас ты от него отгребёшь. И от героя отгребёшь. А, о, не видят, видели, не... Нет, анимация. Давай, ударь, пожалуйста, убей его. Блин! О, убивай этого гиганта. Чёрт его. Фу, блин, чем два раза имел? А где 2 на 2 играем? Что опять анимация? Это что ж такое? Харе трогать моего мечника. И так по копейке хп оставили. А ну и еще добавим. Молодец. Сейчас мы ему строим. Я не знаю, походу этот... Не, я походу не вожу, это нереально. У меня войска очень мало будет. Еще и этот бьет, а? Я проиграл. Все, я. А дальше будет. Блин, миссия провалена. Ладно, хоть и это. В следующий раз увидимся еще. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Да-да. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи и всем пока.